Миша, Мишенька, вставай! Мы проспали! Нам срочно нужно одеваться и выходить в садик! Ой, а может быть я сегодня останусь дома? Нет, малыш, вставай! Ты не должен пропускать занятия в садике! Вот, смотри, нужно одеваться! Я принесла для тебя одежду, теплые колготки и бодик! Повернись, давай-ка я помогу тебе снять пижаму! Ой, мама, мама, подожди, я такой голодный, принеси мне, пожалуйста, молочко. Но, малыш, мы тогда не успеем. Ну, пожалуйста. Ладно, подожди минутку, сейчас я сбегаю на кухню. Вот, смотри, твоя бутылочка, быстрее пей и давай одеваться. Как же вкусно. Обожаю теплое молочко. Молодец, Миша, ты все выпил. Ну что, давай снимать пижаму? Повернись. Мама, мама, подожди. Но я еще не наелся. Сделай мне, пожалуйста, грушевый кисель. Ты выпил целую бутылку молока и не наелся? Не наелся. Но, Миша, мне кажется, мешать теплое молочко с грушевым киселем не очень хорошая идея. Почему? Сделай мне его, пожалуйста. Он же быстро готовится. Я давно не пил его на завтрак. Ох, ну ладно, Миша, так уж и быть. Вот наш стаканчик, а вот и пакетик с сухим грушевым киселем. Откроем его и пересыпем весь наш порошок в стаканчик. А теперь нальем туда теплую водичку. Хорошенько все перемешаем ложкой. И вуаля, наш грушевый кисель готов. Закроем стаканчик крышкой и ставим туда трубочку. Вот, малыш, быстрее пей, нам нужно поторапливаться. Вкуснятина! Мамочка, я уже все выпил. Вот и молодец. Я пойду отнесу посуду на кухню, а ты начинай одеваться. Угу, хорошо. Ой, мне кажется, произошла большая неприятность. А вот и я, малыш. Ну что, ты готов? О, Миша, ты почему еще до сих пор не переоделся? Мамочка, я должен тебе сказать, что я испачкал свои штанишки. А, испачкал подгузник? Это ничего, сейчас мы его быстро поменяем. Нет, когда я ложился спать, то не надел подгузник. Что? Дай-ка посмотреть. О, Миша, Миша, ну что же мне с тобой делать? Нет, так мы точно опоздаем в садик. Пойдем быстрее в ванну, там переоденемся и бросим твои вещи в стирку. Ну вот, иди быстрее сюда, снимай свои штанишки. Грязные вещи постираем в стиральной машинке. А тебя вытрем влажной салфеткой, наденем чистый подгузник, бодик и штанишки. Ну вот, малыш, теперь можно и в садик идти. Ой, мы с тобой уже на целый час опоздали. Это из садика? Алло? Здравствуйте, это нянечка. В садик можете не приходить. Мишина группа уехала на целый день в музей. Ура! Здорово! Значит, я сегодня останусь дома! Вот так мы сегодня с Бабибоном Мишей собирались в садик, но он все равно так туда и не пошел. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки!
подписывайтесь на канал и смотрите наши другие веселые мультики с куклами и пупсиками. Пока! Дома тоже весело играть. И любимая мама